прошлом году, когда мой сын младший ходил в детский сад, я обнаружил, что в детском саду детям дают для раскрашивания на уроках рисования индийские мандалы. Мне было непонятно, почему индийские мандалы, когда у нас уже такое развитие получил наш национальный орнамент. Ну, как говорится, мне карты в руки, я работаю художником в медиа-центре Гасперинского. Я задался этой темой. Планы на будущее – это издание крымско-татарских народных сказок с моими иллюстрациями, которые будут выполнены в цифровой графике, и издание своей книжки, своих сказок –